Так, повисим в стриме что-нибудь. Стримчик, стримчик, стримчик. Всем привет, родные. Чё, кого, как дела? Hello, hello, hello. Вечерний стрим. Чебоксары, привет. Пошла перекличечка городов. Минск на связи, родные. Германия, привет. Ангорск, привет. 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 Слушаю музло, которое мы пишем. Ой, спасибо. Что про там рассказывать? Что там рассказывать? Да, ушел. Блин, самое интересное, что я ушел, ну, уже достаточно, блин, давно. Но мне до сих пор каждый день кто-то пишет, что типа, Тёма, ты ушел с дома 2? Ты что, блин, ты ушел, что ли? Хрен знает, вас там телевизоры подключали или что. Привет, примахать руками. Блять, когда на дом 2? Вы что гоните? Мне дома хорошо. Казахстан, привет! Казахстан. Да вот музыку слушаю, которую мы писали, сейчас репетировал, чтобы красиво записать. Там типа... Репетировал, так вот до сих пор... Ой, детей очень хочу. Пец, прям хочу. Думаю, в этом году надо обзавестись детьми, короче. Помимо того, что жену еще осталось найти. Жену и детей, короче. Ну, это планы на год. Я типа в январе писал. Думаю, жениться, сука, и детей. Скотина этакая тоже. Спеть песню? Давайте вот эту спою, если хотите, под минусок. Короче, кто за... спасибо, блин, большое за то, что поешь круто. Кто за то, чтобы спел песню, ставьте плюсики, если много будет плюсиков. А то, блин, слушайте, я начинаю петь, короче, в эфире. Пишет, блин, давай попиздим. О, Таня, ты что ли? Дети не мебель, чтобы заводиться. Да, классно, дети, это классно. Читать умеешь? Книжки читаю, да, вот. Всякие книжки читаю. Что тут? О. Эти книжки. Так. Плюс, плюс, плюс. Чтобы спел. О, моя любимая цифра сейчас. 3069. Для тех, кто понимает, о чем я. Шуточки, блядь. Плюсы, 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 плюсы. Блин, вот вы тоже пишете. Рэп. В смысле? Ты, слушай, ты треки мои... Слышала вообще? Кто там? Послушайте мои песни. И потом все скажите там, типа, умеешь ты рэп читать или нет? Так, ты прикольный чел. Мне кажется, иногда, блин, меня воротит. Я уже столько сторисов снимаю, мне кажется, некоторые, блин, просто подворачивают. Типа, шу, блядь, опять он нахуй сторисы эти, блядь, снимает, этот, блядь, ушлепок, блядь. Ну, меня бы, наверное, тоже подворачивало. Но просто я понимаю, что, сука, в этой инсте это просто, не знаю, либо мне в рекомендации постоянно одна и та же херня приходит, либо, блядь, в инсте какая-то, блядь, хрень, правда. Я скинь свою пару песен. Просто аплодисменты. Спасибо. Блядь, наберите Артем Сорока и все. Нет, не пойду. Так вот, в интересное выходит такая шляпа просто. Просто шляпень. Я, короче, типа, у меня, сука, в интересном, одни тёлки, и они все на пляже, либо в какой-то, блядь, в Дубае, либо еще где-то. Я думаю, сука, мой мир такой, блядь, что больше ничего нету, типа, только тёлки на пляже. Поэтому мне хочется прям эфир заполнить нормальным чем-то. Они, блядь, сука, тёлки эти на пляже намазанные. Все одинаковые. Да я понял, наверное, вопрос, а может и нет. Обожаю песни. Вот. Так что бесит это все. Бесит инста. Много плюсов пой. Поменьше матов. А когда бесит, как не материться? А, алло. Алло? Алло. На Дом 2 жить реально... Это нереально жить на Дом 2. Это же шоу. Мне нравятся красивые девушки. Все, красота в глазах смотрящего. Привет, Стагила. Просто нравится, все, или не нравится. Помимо красоты, еще надо много факторов, которые должны быть. Так. Хотя иногда похер.
Я рассказал, почему бесит инста. Отмотайте назад. Че, поем? Поем. Спасибо, без матов, без... Че? Че, давайте. Я вот репетировал. Поехали. Плюсов много было. А, надо сначала начать, по-моему. А, нет, вот здесь. Музыка для души. Послушай ее, не спеши. Оставшись наедине с собой, пойми, в этой жизни ты супергерой. Ты сам решаешь, что к чему, что в мечтах, а что наяву, чего хотел и кем ты стал. Или до сих пор летаешь в астрал на поиски истины своей. Лети к своей мечте, не робей, будь смелей. Познав суть, просто попутным ветром вздохнуть, наполним грудь, продолжим путь. Главное, брат, не свернуть. Пролетая по городу на такси, сигналы стоп, пардон, мерси. И тусклый свет фонарей укажет путь новых дверей. Музыка для души, оу, послушай ее, не спеши. Музыка для души, оу, послушай ее, не спеши. Рано утром поймешь, как вокруг все круто. Соединение минута, тут реально так все круто. Позабыв обо всех проблемах и нерешенных дилеммах, как 1 января, пойми, все это ты делал не зря. С попутным ветром в путь назад тебе не свернуть, не знаешь, что к чему. Я сам себе на уму тут кулепс. С попутным ветром в путь назад тебе не свернуть, не знаешь, что к чему. Я сам себе на уму. Музыка для души, послушай, я не спеши. Музыка для души. Поехали. Спасибо. Ну, музло пошло там, типа. Вот так вот, короче. Это из последнего, что еще не записали. Надо записать и выпустить. Ну вот только же аперитив вышел. Блин, мне просто аперитив тоже очень нравится. Слышишь, малыш? Очень крутая песня. Там, кстати, конкурс. Не проходите мимо конкурса. 5 разыгрываю. Вот где-то она у меня на столе лежала. На столе лежала. 5. 5 кэсов разыгрываю. Так, кто подключился, наверное, видит только 5 кэсов. 5 кэсов. Родные, 5 кэсов. Разыгрываю на лучший видос. Правильно? Правильно. Чё-то такое. Сняли видос, выложили, отметили мне 5. Лучше получается. Кайфово. Сейчас какую-нибудь фоновую музыку включу. У тебя галочку не снимут с аккаунта. За что? За что? Привет. Чил хоп. Тебя хочу, не твои деньги, меня. Так, я включу. О, вот это прикольно музло. Короче, надо еще перелопатить музла. Посидеть сегодня, музла. Музла перелопатить. Так, много этого. Новый экран. О, все вот так. Ой, я знаю, что все включу. Блин, пока не читаю, простите, сейчас еще кое-что включу. Нет. Фото на стене. Смотрите, это мои любимые музыканты.
кто-то жив, кто-то уже не жив. Можете подгадывать, кто, кого видите, кого знаете. Давайте, слева верхний. Кто? Кто? Загадка. Сейчас. Тот, кто отгадает, получит сердечко от меня. Нет, на дом 2 не вернусь. Не хочу. Так. Блин, пытаюсь найти кое-что. Простите, ушел ненадолго. Вот, все. Вот, вот, короче. Вот, чего не хватало в нашем замесе сегодняшнем. У меня есть паблик с юмором. Можно твое отдельное обращение на паблик? Паблик с юмором, всем юмора. Так, хорошее обращение. Паблик с юмором, всем юмора, всем с юмором, все с юмором, вам всем юмора. Класс. Пойдет? Так, сейчас. Плохо видно. А сейчас видно, нет? Ой, синего добавил. Так, джазовый негр. Молодцы вы, блин. Ну, давайте посмотрим еще внимательно, кого мы видим на фотографии. Привет, привет. Кто-то обиделся уже. Пока официально девушки нету, есть кто-то, но надо уже как-то, слушайте, надо объяснить, типа, давай, малая, мы, типа, парень, девушка, все такое. Пора уже, да, наверное? Не скучай. О, смотрите, так, показываю, кто вот это. Поехали. Снимай сейчас прикольчики уже. Начинай. Может, не ты хочешь, а тебя просто не вятивают. О, видите, только сейчас проснулись. С братом жил. Так, кто это? Видно что-нибудь вообще? Вот это кто? Тёма, привет. Вот это кто? Кто это такой? Вот это. Нет, это не мой дед. Мой дед негр. Неплохо. Не видно, да? Блин, ну ладно, давайте поехали, я так отгадаю. Просто переверну, посмотрим. Вот так. Итак, видно, нет? Кто это? О, вот, давайте начнем отсюда. Рэй Чарльз, правильный ответ. Хорошо, следующий вопрос. Кто это? Негр. Негр нельзя говорить. Афроамериканец. Это кто? Ну, это негр точно. Но... Крутой джаз. Кто это? А? Кто? Хрен вы знаете, наверное. Едем дальше. Луи. Ну, это правильно. Вот она не мешала бы послушать. Поехали. Так, это пластинка. Поехали дальше. Что это? Кто это? А? Кто это? Быстро. Ответ. Ну, что за вообще? Мы не в теме. Кто это? Ну, это должны знать все вообще. Непонятно, кто это. Ну, не Битлз, ну неужели лайк? Кто-то ответил, что это Битлз. Лайк вам. О, неплохо. Так, едем, поехали дальше. Кто это? Будем проверять познания музыкальные. Это кто? Битлы были уже. Все, битлы ушли. Кто это? Группа какая-то. Неужели Битлз хоть кто-то знает из подписчиков? Охереть. Духовик Битлз. Духовик, понятно. Вот кто? Следующий, уже другой же. Какой Шатунов? Пресли. Конечно, Пресли. Элвис Пресли. Молодцы. Есть ответы. Лайк. Элтон Джон. Едем дальше. Это кто? Вопрос, кто это? Следующий вопрос, кто же это? Негр, это Армстронг, молодец, раньше уже ответили. Едем дальше, это какой Децл? Это Децл, да. Ну, отгадываем. Вообще вы забили болт, никто ничего не отгадывает, короче. Что за группа? Или творческое объединение?
Это не песняры. Не песняры, сразу говорю. Что, никто не знает, что ли? Никто не знает, кто это. Никто не знает. Короче, не ответили. Нифига вы, нифига не знаете. Ну кто это? Ну кто это? Подумайте, короче. На Венцеслава, да, это Венцеслав и его группа. Вас видя в голове только Венцеслав. Так, так, мистер Мало, нет, едем дальше. Вот это кто? Сдаемся. Вообще ничего не знаете. На Галустяна похож. Может быть. Галустяна, видите, у вас в башке только сябры Галустяна и Венцеславы. Вот, кто это? Кто это? Кто это? Сябры. Меркери. Меркери. Ну почти. Мерфери. Мерфери. Я думаю, Мерфери. Или Меркери. На Саню Повара похож. Фредди. Ура! Рок-н-ролл. Это Фредди. Легенда. Меркери. Меркурий. Хорошо. Почти всех отгадали. Но вот это. Ну это ж вообще. Какой Квин это, да, вот там. Вот это кто? Почему бы нет, давно Винс не слышно. Фредди Меркьюри уже готов, это есть. Квин. Курт. Да. А, группа. Группа. Ну, на Курт Корабль. Ну, Майк, ну ты-то понятно знаешь, блин. Курт Корабль. Я просто подписчиков пытаюсь, чувак в очках, узнать вообще их познание в музыке. Типа, кто-то вообще... Титомир Богдан. Нирвана. Рок-н-ролл, правильно. Молодцы, хоть один человек нашелся, кроме Майка, который знает, кто это. Итак, поехали. Расширяем, сука, кругозор. Рэй Чарльз, Луи Армстронг, Нирвана, Курт Кобейн, Элвис Пресли, Фредди Меркьюри и, конечно же, центровые. И самое главное, это The Beatles. Вот так они все выглядят у меня. На стене почет. Вот. На стене почет. Фу, покажу вам еще лампочки мои. Купил новую лампочку. О, смотрите, какая красивая. О. Сейчас еще одну покажу. И еще. Короче. Это вообще как петельник. Сейчас покажу еще лампочку. А, не видно нифига, наверное. Фокус. Что-то. О! Что-то такая лампочка. Короче, все. Библс, Библс, Библс. Давай еще. Здравствуйте, привет. Все, викторина закончена. Кто выиграл, можете, вот я вам, кто отвечал правильно, даю по подружечке. Подушечка. Одной песни, типа, любимый. Да, хотел заниматься музыкой. Ой, слушайте, честно, периодами. Ну, типа, я вообще всю жизнь занимался, типа, вообще с самого раннего детства. Ну, это такая была там, дворовая история, потом еще что-то. Потом хип-хоп, группы хип-хоп, создание первых текстов, хип-хоп на битах, тыц-тыц-тыц. Мам, привет. Подъехал. Ну, мамы спросите, с каких лет я занимаюсь музыкой. Мам больше ответит. Вот. А потом что-то я такой не сильно певец был какое-то время. Просто играл на гитаре и все, и пел. На воле прекрасно. А потом вообще была пуля просто. Напиши заранее, когда будешь ехать. Хорошо, не обязательно. Ты классный. Спасибо. А потом что-то пошло-поехало и туда, и сюда, и как-то меня закрутило. И просто я люблю очень делать музло, писать, делать. Ну, это такое приходит мне. Мне это нравится. Ну, просто чувствую, что это мое, и все.
19. Музыка, как твое настроение? Вот такое настроение. Едем дальше. Привет, привет, красавчик. О, можно тут вопросы задавать прикольно. Такие. Чем занимаюсь после проекта? Музыкой занимаюсь. Пишу. Он написал хит недавно. Мама и звезда Инстаграма. Вот сейчас продам, разбогатею ее. Вообще нет. Со школьной скамьи, вон мама пишет. Со школьной скамьи Артем занимается музыкой. На скамейке сидел и вот занимался. Как здоровье? Да все хорошо. Когда-нибудь работал на обычной работе? В смысле? Вон мама ответит на вопрос. Мама сегодня отвечает на все мои вопросы. Сколько я на заводе отработал? Не, не скучаю. Ни в коем случае. А? Сколько? Сколько в армии я работал в обычной армии, а? Да хирище. В общем. Привет, мамон. Привет, мама. Привет. У меня до сих пор твоя песня в плейлисте по телефону. Ну, это приятно. Новые добавляй. Чуть одна песня только. Привет. Не на понятном языке. Иуи Акзамлар. Это что, заклинание какое-то? Заклинание? Мало хоть куплетик. Я знаю, что там кто худеет. Смотрите, у каждого... Каждый думает о своем. Вы, видимо, хотите похудеть, поэтому вы... О, на маргариновом заводе год. Мама, ты это написала. На маргариновом заводе я отработал год. Еще мясокомбинат был немного. Я где-то вас видел. Вы сейчас на ТНТ не были? Ну, проходил. Вот так вот проходил. Рядышком. Не работал, служил я в армии. Всем привет, сибирская снежная зима. Привет, сибирская снежная зима. Мы тебя лав. Спасибо. Привет из Молдавии. Привет из Молдавии. Сейчас, ладно. Посмотрю минусок заодно на... Когда тур по городам? Не знаю, надо садиться, короче, что-то в голове своей собирать эти туры по городам. Не, короче... Надо всех собрать в один тур и везде проехаться по городам. Привет, мой господин. Хара Мюзик, привет, родной. Длину нашел, еще нет. Надо реально запускать тур по городам. Реально. Молдавии, блин. Сейчас посмотрю. Что-то должно быть. Минус надо найти. Минусовку. У меня тут что-то на компе все... Полгода молодечь на горнолзаводе. Вот, уже я столько работал на обычной работе. Вот так, хватит. Столько хочу отписаться, забываю. Понятно, что тебе похуй? Ну не отписывайся, пожалуйста. Челябинск ждет. Зачем ты об этом пишешь? Знаешь, это как, типа... Я... Ладно, не буду даже сравниваться. Привет из Новополоцка. О, Новополоцк, привет. 23, спокойной ночи. Да откуда я знаю, что вы мне эти вопросы по Думу 2 задаете? Я хрен знает, что ответить на них. Я же не смотрю. И... Зачем? Ушел. Вы до сих пор думаете, что я там сижу? Вы думали, я там прирос? Я здесь. Так, сейчас. А где? Ищу. Не могу найти минусовку, кстати, сейчас напишу звукарю. Где минус? Может он, блин, в спаме? Сейчас посмотрю. Сейчас гляну. А, есть, вот он точно. Все,
Ладно, попозже, короче. Блин, а что я? Короче, я залип, а вы еще здесь висите. Пытался найти минусовку, не могу найти нифига. Ну, потом я подготовлюсь обязательно, и все будет. Спокойной ночи, не пропадай. Спокойной ночи. Минск, привет. Привет. Давай в Милан. Привет из Витебской области, привет. Браслав тут, тут. Да, ага. Мне нравится твоя песня. Ну, спасибо большое. Привет. Привет, привет, привет. Короче, чисто мы на приветах сегодня, но это хорошо. На приветах это прекрасно. Это замечательно. Что за погода в Минске? У всех такая, как в Питере. Ну да, прикиньте, сегодня туман. Просто туманище. Так, еще какие-то вопросы? Вопросики, вопросики. Ты прикольный. Спасибо. Можно еще кому-то позвонить и попробовать. Я смотрела на тебя. Хорошо, что там еще у нас есть? Ну, проект не будешь возвращаться? Не. Ну, и вот хочу быть твоей девушка. Хочу быть твоя девушка. Да нет, 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 не хочу. Все. Чем занимаешься? Вот с вами разговариваю. Сижу, ем эти подушечки. Привет, Забайкальский край. Привет. Посоветуй, чем заняться вечером. Напиши мне, я посоветую тебе, малыш. Ладно. Все. Смотрим. Сейчас посмотрим, что пойдет. В Абакане не был. Спасибо. Да, такие респекты. Казахстан, привет. О, нифига. Мы дозвонились куда-то. Мы дозвонились в стену. Просто в стену мы позвонили, а никто не ответил. Так я звоню. Там стена какая-то. Прикиньте. Алло, алло, алло. Давайте посмотрим, кто еще отправил запросы. Сейчас. Поехали. Лера, Лера Альфа. Лера. Лера Альфа, сейчас посмотрим. Хватит ждать, надоели. Зачем ты ушел? Ну все, надоело мне. Ожидание от Лера Альфа. Поехали, ожидание. Давай, Лера, Лера Альфа, подними. Знаете, как это? Колл-центр. Микрофон еще здесь. Здра... Алло, здравствуйте, это колл-центр. Колл-центр, привет из Москвы. Мне звони. Буду звонить тем, кто не хочет, чтобы я звонил. Колл-центр. Ну давайте, что там, блин. Новополоцк, привет еще раз. Новополоцк вообще, вас много, наверное, да? Да. Встретиться нет желания. Мои желания? Ты исполнишь три моих желания. Привет из Новополоцка, так. Едем дальше. Давай вот это. Нажмем сюда. Не-не-не, вот здесь. Чуть маме не позвонил. Случайно. Короче, донаты можно отправлять на эту карту. Все, кому отправляйте донаты на карту, кто хочет. Поддерживайте меня финансово. Можно по 50 рублей отправлять. Ладно, так. Ты был на дом. Прикиньте. Короче, кто-то еще. Про Алену. Алена какая-то. Алена. Пробуем Аленку набрать. Пока вот. Вот такие. Так, следующий круг. Зрители этот. Обои не знал, какие в комнате повесить. Во, пожалуйста. Какие классные обои. С ума просто сойти. Мама, смотри. Вообще цветочки. Все, как ты любишь. Колхоз, прогресс. Посмотри. Посмотрите, с ума сойти. Вообще просто. А вот это... Ну, хотя бы 50 рублей. Ну что? Пойду поем, куплю. Куплю поесть. Давай, перейти просто бомба. Напиваю весь день.
Понятно, Илон Маск, понятно. Илон Маск, это ответ наш тебе. Из Верхнего Недвинска привет. Живет из Верхнего Недвинска. Ура! А, еще мы же за Динамо болеем. Мне подарили шапку. Короче, я такой болельщик, пипец, на двух играх был. Динамо вперед, Динамо вперед. Зато мы выиграли, по тейпу спели и выиграли. Виталий, кстати, не прошел на Евровидение в этом году, прикиньте. В наушниках, потому что модно сидеть сейчас в наушниках. Я буду сидеть в наушниках, потому что у нас практически радиоэфир. Так. Песня «Мало круче». Но видите, у каждого свой сквозь сквиш. Свой, кому что нравится. Кому-то нравится «Дыхание», кому-то нравится «Мало», кому-то нравится другой трек. «Спой ла-ла-ла». Да просто я... Просто вот несу добрый позитив. Так, добавь, пожалуйста, в эфир. Ну что, поехали, попробую еще в эфир, кто-то там. Так, вот давайте сюда нажмем. Папа хорошо, здоровье, уже получше. Он немножко... Блин, история банка для счастья — это то, что известный человек добавил тебя в прямой эфир. Тёма, спасибо тебе огромное. Ходит, где-то это темно, я не вижу человека. Где, кто это? Вы прячетесь в темноте, что случилось? Да, я просто стесняюсь, извиняюсь. И не надо стесняться. Все? Блин, я хочу с людьми разговаривать, а не с черными квадратами. Это черный квадрат малейший? Ну давайте, ладно, окей. Это может телефонный разговор? Там я вот темный тоже. Здравствуйте. Здравствуйте. А кто это? Человек. Можно заказать двойную пепперони? Нет. Ну все тогда, смысл тогда разговаривать? Все, нет двойной пепперони, ничего нет. Блин, давайте включать свет. Вас что, свет отключили или что? Нет. Мама, не покупай такие обои никогда. Все, давайте. Пока. Все, короче, ерунда какая-то. У меня бы дыхание было на будильнике, я теперь ее не переношу. Ну вы не ставьте так часто ее. Вот. Хай, Артем. Влад, привитос. Привитос. Влад, когда мы уже встретимся, надо же отдать магнитики. У меня там целый шкаф от магнитиков, надо их отправить. Слышишь, малыш, на новый мотив. Донаты, пожалуйста, на эту карту, спасибо. Слышишь, малыш, новый мотив. Вырваны сердце из груди. Все это лишь аперитив. Не уходи. Па-па-па-пам. В нашем эфире нашей радиостанции совсем скоро будет аперитив, кстати. Так, вообще никто, короче, я звоню, и никто не поднимает трубку почему-то. Едем дальше. Попробуем набрать. Давайте вот сюда. Щелк. Катя из Витебска, привет тебе. О, хейт, обожаю хейт. Сколько тебе лет? Больше, чем обычно. Ты мне позвони, а ты запрос не отправлял. Да все, короче, опять не могу дозвониться. Здоров, сын, что ли? Давайте сюда наберем. Попробуем, кто же пойдет сегодня к нам. Можешь мне набрать? Куда я позвоню? Меня отключили шнур. Не могу набрать. Угу. Приветствую, Источ. Привет, Сочи. Анастасия. Пробуем сюда. Короче, отправляют одни и те же. Отправляйте запрос. Не знаю, надо как-то отправить. Маме позвони. Мама не отправила запрос. Мама вообще не умеет еще запрос. Хорошо, что научилась смотреть инсту. Инстаграм. Ставрополь, привет. Ставрополь, привет. Кто? Не Людмила Михайловна, а Любовь Михайловна. Любовь Михайловна.
Палыч, посмотри, то есть проект ушел. Люди, вы реально не знаете, что я ушел? Просто сегодня реально мне писал человек 5, ты что ушел? Слабо доходят вам новости. Так. Поехали, поехали. Люся. Вот Люсю сейчас наберем. Попробуем Люся. Давай, Люсечка. Алло, Люсек. Алло, Люсек. Алло. Алло, Люсечка. Люсечек, алло, привет, Люсек. Как там оно? Откуда? Ну что там? Ну рассказывай. Что там у тебя? Люсечек, что? Ну что там реально? Ну, что это? Как это? Как соседка? Как там? Как, ну как на работе там? Как оно? Люсечек, как это? Что ты? Ну где ж вы? Ну что там? Как оно? Ну нереально там с интернетом, наверное, какая-то ерунда. Так, такое же. Ну что там? Ну реально, что? Ну, короче, зависли, капец мы. Что с интернетом? Не понимаю. У меня интернет достаточно хороший. О, Люсечек! Люсек, обнови телефон. Люсечка, ну что ты? Алло, ну не дозвонит до Майкопова. Люсь, до Майкопа, не дозвонится. Вот Люсь, там много людей в кадре. Алло, Люсечка, алло, слышно? Ничего не слышно. Алло, как слышно? Сейчас напишу. Как слышно? КВН, пропуск, пропустите. В Белоруссии я. В Белоруссии. Алло, не работает что-то у вас. Что у вас там модем интернет? Пополните счет. Люся, ё-моё. Ну все, Люся, я... Реально. Люся, извини, конечно. Меня сдают нервы, я не могу так разговаривать по телефону, когда не слышно ничего. Короче, с интернетом беда. Где там, куда я вообще звоню? Что я в Магадан, что ли, звоню? И то, мне кажется, там должен быть интернет. Нерв. Дайте музычку. Фу, тяжелый звонок был. Особенно без интернета, это вообще тяжеловато, конечно. Звоните. Работа на колл-центре, ну нахер вообще. Никогда бы не работал. Ну, с вами вообще-то индивидуальность, ну. А личная консультация? Привет, Самары. Бля, по-моему, ты единственный нормальный человек, он думал. Прикиньте. Сам в шоке. Стрелей, пострелись. Я пройду. Да, послушай, что там у меня есть. Выйду. Сколько можно заполнять? Смотрим, Надежда какая-то звонит. Стоит. Но опять темнота. Чуть не везет нам больше с этим. Это ты можешь? Что? Ты с ним разговариваешь? Блин, рыба сорвалась, крючка вышел, гоните уже. С ума сойдешь.
Ну что, дозвонились опять до темноты. Обожаю. Просто боюсь, что мы куда-нибудь вообще в Нарнию дозвонимся когда-нибудь. Реально. В Нарнию точно дозвонимся. Ну вот реально, зачем вы тратите запрос, я тоже не понимаю. Лучше отправляйте деньги сюда, на эту карту. Это, на эту карту. Ну, если честно, блядь, нерабочая карта, херня, не отправляется там ничего. Это полная шляпа, блядь. Просто я вместо медиатора использую. Так что, блядь, ничего не надо никуда отправлять. Не хочу надо, блядь. Ну, правда, блядь, какой-то телефон. Ну что, звоним еще кому-то. Мне кажется... Вот эта труба смеется, смеется. Я сам себя выгнал. О, много этих вопросиков. Я исполню свое желание. Шо у тебя? Шо у тебя? Мне с кем? Да? А вам все интересно? Со своим номером я позвоню тебе. Ты классный. Спасибо. На дом 2 хочется? Аперитив лучше. Спасибо. Сейчас позвоню кому-нибудь. Сейчас посмотрю. Просто, ну, я ж... Выбираю из запросов, которые есть, понимаете. Привет. Привет. Привет, привет. Артём, оставь себя. Я позвоню тебе. Так, все. Смотрим запросы. Настрой офигительный. Посмотрите сторисы мои. Вот реально, все смотрят, вот давайте откровенно будем говорить, все смотрят сторисы? Пиздец мне еще столько. Пиздец, вы проснулись? О, ты уже не на доме 2? Сука, ты не на доме 2? Ты что, в телефоне что ли в моем? Ты в телефоне? Я в том телефоне. Я уже не на доме, я в том телефоне. Тут я могу общаться вот так вот, а на доме мы не так общаться, понимаете? Связь нарушена немножко. А только коннект хорош. Понимать? Как запрос ставить? Хорошего настроения вам. Пробуем дальше. Люся, воздушный шаг. Рип. Завис. Тун-тун-тун. Сейчас, посмотрите, вишу, нет? Проверьте. Как связь? Завис? Сейчас, посмотрите, отвисну или нет? Чанор. Ну и отлично. Что очень звонки на сети очень хреново, как-то влияет на Инстаграм, на интернет. Либо у кого-то там с той стороны интернет хреновый, не знаю. Что никому нормально даже не дозвонились. Херня какая-то. Инстаграм, вы там слышите меня? Инстаграм, да нормально не дозвонились ни до кого. Едем дальше. Видимо, эта технология еще нормально не работает. Ну ладно, в прямом эфире нормально работает. Так, ребят, давайте попробуем еще кому-нибудь набрать. Хотя раньше вроде нормально с многими общались. Ладно, еще один звонок и все на сегодня. От версии зависит, у кого старое, у кого новое. О,
Нихера, какая челка красивая, нихера, просто с ума сойти. Офигеть, такая челка была в эфире. Я такой мечтал всегда себе такую челку тоже, блин. И все, нету челки. Нету челки, нету челки, все. Подключилось. Реально. Реально нравилась челка. Так, почему, блядь? До сюда. До сюда, понимаете? До сюда была. До сюда. На этом все. Все, пойду собираться. Мне ехать еще в город. В горечь. Давай пивка бахнем. Ну, пивка, конечно, я бы с тобой бахнул. Ехать в горечь и все. И шмать речь, блядь, еще все. Блядь, челка такая была, блядь, челка. Ну, правда. Правда, была такая челочка. Можно с вами до свидания. Но если только в Жлобине. Так, поехали, дозвонились. О, потолок. Ебаный конь, потолок, нихера. О, больничка, нихера, ты в больничке, что ли? Да, привет, Арсен. Вот это поворот. Что случилось? Ну, вот так получилось. Нифига, это Боровляны, что это? Какая что это за больница? Да, Боровляны. У меня папа там лежал недавно, я знаю эти стены и этот... Это все. Ну, как бы, что я радуюсь? Я радуюсь. Ну, дебил, что поделаешь? Ну, молодец, мой, вон, свинюшки передают привет. Свинюшки, это хорошо. Это хорошо. Угу. Что там? Что собираешь? Что будет? Или уже было? Или так просто отлежаться? Уже что было. Происходит? Уже было? Что было? Операция. На что? Что делала? Не скажу. Я... Сиськи, что ли, делала? Ой, ну нет, свои нормальные. Ну, это... Покажи. Не хочу. Ну что тогда, что люди собрались только ради этого? Вот. К сожалению. Да? К сожалению, да? Слушай, ну вместе пожелаем. Как тебя зовут? Скажи мне. Как зовут тебя? Лиза. Лиза. Давайте пожелаем все вместе Лизе скорейшего выздоровления. Смотри, сейчас сколько комментариев, лайков и все. И ты сразу у тебя не так уж много людей смотрит, чтобы тут лайки, комментарии шли. Гонишь, что ли? Посмотри, 121 человек. Это больше, чем у тебя. 120 человек. Ай-яй-яй. Не имей. Количество подписчиков, не нужно так выпендриваться. Имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Понятно? Понятно? Ладненько, все. Хорошего вам эфира. Давай. Хорошей поездки в город. Здорово. Давай. Давай. Ты. Все, видишь, дозвонились до больнички уже, все. Так, выздоравливай, Завета, выздоравливай. Оно прочитается обязательно, давайте и пожелаем. Выздоравливай. Ой, столько лайков подлетело, столько лайков. Это хорошо. Все, родные, будем завершать наш сумасшедший эфир. Кому понравился эфир, ставь лайк на последней записи. О, какая песня. И этот биточек будет сочетан. 2019. Конец года. Этот трек я пишу на микрофон, на телефон. Пока никого нет дома. А я все как и раньше. Собираю слова в строки. Тяжело быть с кем-то и быть одиноким. Этот мир жесткий и одновременно жестокий. Кому-то попадает, кого-то кидает. Только музыка. В моей голове становись, сколько можно быть в этой игре. Всякий шум. Буру-бум-бум-бум-бурум. Yeah. Помните такой был трючок? Я новый выпускал перед Новым годом его. Yeah. Под этот биток. Yeah, всякий шум.
лучше шмоток закупить из московского костюма и сфоткать все это в инстахлам на потеху себе и своим друзьям. Иркутск. Кто хочет послушать этот трек, он есть у меня на странице ВКонтакте, он есть здесь, в инсте. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем добра, любви и всего самого наилучшего. Кто хочет шапку, пишите в директ. Кто хочет кепку, пишите в директ. Кто хочет майку, пишите в директ. No. Да не нашел, не нашел. Все, родные, пока-пока. Шапку хочешь? Пиши в директ.